159 серия, участок Владивосток-Крым, движение на запад страны в сторону Крыма. Я бы хотел поделиться своей личной информацией вот такого плана. Ну, во-первых, читайте комментарии пользователей, там достаточно много интересных подсказок, советов, рекомендаций людей, которые уже бывали в этих местах и советуют делиться информацией с вами, в частности, Путник 81. Кстати, можете пройти на его аккаунт, посмотреть его видео дорог России во все времена года, и заодно там же вы найдете видео и по дорогам Европы. Очень интересный аккаунт, рекомендую. Что я хочу сказать в отношении автопутешествий по России? Этот вид отдыха у нас еще находится в достаточно слабом состоянии, в начальной стадии. Ну, это я сужу по тем автомобилям, которые попадались на дорогах. У них характерный признак багажники на крыше или запасные колеса, закрепленные тоже на багажнике на крыше. Это говорит о том, что эти люди двигаются в дальнюю поездку. Но прочитав даже все комментарии к видео и посмотрев в интернете, вы не получите 100% информации о крае, о регионе. Поэтому я считаю, мое мнение, что на границе каждого региона должны стоять своеобразные опорные пункты. Ну, может быть, на постах ДПС или на близ расположенных заправочных станциях, где автопутешественник сможет получить исчерпывающую информацию о регионе, о наиболее значимых местах, достопримечательностях, как к ним проехать, ну и узнать какую-то историю об этом. Так. Я считаю, что каждый россиянин должен хотя бы раз в жизни проехать через всю страну, посмотреть на ее масштабы, величие, на красоту. Это оставит неизгладимое впечатление. Дороги, как вы можете сами убедиться, у нас в более-менее хорошем состоянии. Ну, за небольшим исключением я имею в виду А-360 и Р-504. Но, как обещает нам Росавтодор, в течение 3-4 лет этот вопрос будет закрыт. Дороги доведут до ума. Я имею в виду вот Р-504 Колыма. Те ужасы, которые можно найти в интернете по этой трассе, их уже нет. Практически это участки, как черный прижим, заячья петля, они уже ликвидированы. Там можно двигаться в безопасности, попасть в неприятную ситуацию. Но полотно дороги, я говорю, в течение, наверное, 3-4 лет, как обещает Росавтодор, будут устранены. К сожалению,
сожалению, к большому, инфраструктура от, на Р-504, она требует более пристального внимания, более внимательного отношения государства к этому участку дороги. Там нужны гораздо больше заправочных станций, там нужны и мотели. И очень важно, это мобильный сервис, чтобы можно было вызвать помощь, поддержку техническую на дороге. И очень важно, чтобы была мобильная связь, интернет. Более-менее на Колыме работает Мегафон, более-менее, но очень слабо. Других операторов практически нет. Ну, вблизи крупных населенных пунктов, ну, там можно еще Теле2, воспользоваться услугами Теле2. Ну, а других операторов я, к сожалению, на этой дороге найти не смог. Может быть, есть, я не знаю. Так. Такой момент. Проехать через всю Россию — это крайне затруднительно, можно сказать, сдохнуть можно. Поэтому нужно, я думаю, развивать такой сервис услуг, как комплексный туризм. Ну, например, с запада России до Якутска или до Усть-Меры долететь на самолете, там уже взять автомобиль в аренду и до Магадана на автомобиле. В Магадане автомобиль сдается, и человек возвращается домой отдохнувшим и получившим достаточно много полезной, интересной информации. А край Колыма потрясающей красоты, потрясающий. Я думаю, что этот район требует более внимательного отношения в плане рекламы, информации. К сожалению, район, история этого региона имеет и печальные периоды, но нам нужно знать наш регион, нашу историю. Конечно, думать о том, что все рванут на автомобилях путешествовать, но это нереально, потому что люди все разные и привыкли к разным условиям отдыха. Кто-то предпочитает курорты, комфортные условия, кто-то, ну, скажем так, спартанский образ путешествий. Я считаю, что комфорт — это такая же вредная привычка, как привычка к наркотикам, к алкоголю, к азартным играм, к алчности, к тем привычкам, которые не имеют предела. Я не призываю всех к аскетичному образу жизни, но нужно иметь свои аспекты, свои взгляды на, ну, реальную жизнь, на реальный отдых. Путешествовать, передвигаться по дорогам России сейчас безопасно, того беспредела, того ужаса, что был в начале 2000-х, этого уже нет. То есть с хулиганьем, с безобразиями на трассах, я думаю, покончено раз и навсегда. Пройти по России не по телевизору, а реально. И вы, как говорят в Одессе, чувствуете две больших разницы. Смотрим дальше.
хотелось бы максимально использовать сегодняшний день. Такая погода вроде бы благоприятная. Какая погода будет завтра, не знаю. Сегодня от Усолья Сибирского пройдено 539 километров. До Красноярска 480. Thank you.
заехать посмотреть более далеко, 3 километра. Но меня напрягает два основных участка. Это Кемеровская область. Стоянка километров через 150-200.
нет.